Это ко мне снова пожаловал. Водяной, ты что ли? Здорово. Забыл чего? А? Здравствуй, здравствуй. Так после твоего мороза... Ой, у меня ведь балалайка вся расклеилась на части. Да. А я смотрю, ты дед-то мастеровой. А? И отверточка у тебя есть. Так пособи балалайку новую смострячить. От мы мигом. Ну что, малыш, давай поможем водяному новую балалайку собрать, чтоб тренькал он у себя на болоте головастиков радовал. А, соберем мы балалайку из разных частей. Ну, посмотри, какая будет часть первая. Какая вторая часть? А какая часть третья? Ну-ка, угадай. Самая важная. Ай да молодец. Осталась одна часть, четвертая. Ну что, вот тебе и балалайка новенькая. Хо-хо-хо. Ну, кудесник, ну, волшебник. Ну-ка, покажи мастерство свое, так сказать. Ох, как новая. Сардинка, сардинка, сардинка моя. Загулягну, малинка моя. Отдает, а. О, береги балалайка-то. Ох, и хороша! Водяной, завидую я тебе! Ты, понимаешь, своим мастерством-то можешь настоящие музыкальные подарки друзьям под Новый год преподносить. Да что ты, дед! Я как раз об этом и хотел поговорить! Ну-ну. Мне-то вот все подарки делают. Делают. Научили песню петь, танцевать научили. Про елочку рассказали. Я тоже хочу кому-нибудь... сделать приятный подарок. Но не знаю какой и не знаю как. Вот это ты дело задумал, Водяной. Вот это дело. Значит, пособлю я тебе. Подарочки помогу выбрать. Пойдем-ка ко мне в мастерскую. Там подарочков у меня. О, тьма тьмущая. Ты выберешь себе по душе. Ох, сколько тут всего. Столько подарков. Ну я один выбрать не смогу. Ты мне поможешь? Ну что, малыш, приготовился выбирать подарки водяному. Ну, друзей водяного много, а подарков и того больше. Первый друг водяного – Баба Яга. Ну-ка, подумай скорее, что мы ей подарим. Метлу? Ищи скорее метлу. Нашел? Молодец. А для моего маленького друга, зайчишки, мы подарим морковку. Найди скорее морковку среди всего этого богатства. Правильно, вот она. Ну, а ее величеству, снежной королеве, так сказать, что подарим мы? Коньки. Хо-хо. Ну-ка, скорее, ищи конечки, малыш. Нашел! Здорово! А для елочки мы должны подарить гирлянду. Но где же ее отыскать? В каком углу? Правильно, вот она! Молодец! Спасибо, Дед Мороз, выручил ты меня. А вот подскажи, можешь ли ты научить меня и малыша делать подарки своими руками? Хо-хо! Уж коль я сам могу их делать, то уж научить-то. Эх, смогу непременно. Ну что, малыш, а ты готов подарки делать своими руками? Итак, тебе понадобится 9 конфет, цветной картон, ножницы, простой карандаш, линейка, красивая ленточка и степлер. Измерить длину конфеты
и прибавь к ней еще 1,5 сантиметра или 15 миллиметров. У меня получилось 4,5 сантиметра. У тебя может получиться другая цифра. Все зависит от конфеты. Большая она будет или маленькая. Возьми картон и с помощью карандаша и линейки нарисуй полоски той ширины, которая у тебя получилась. У меня ширина 4,5 сантиметра. По линиям разрезай картон, чтобы у тебя получились вот такие полоски. Теперь на каждой полоске нарисуй линии. У меня линии нарисованы через 4,5 сантиметра. Нам понадобится 3 полоски. На самой длинной 11 отрезков, на средней 7 отрезков и на короткой 6 отрезков. Длинную и среднюю полоски согни по линиям, как у меня. Это не трудно. 2 раза в одну сторону, 2 раза в другую. Самую короткую полоску согни пополам. Чтобы собрать елочку, скрепи ее в нескольких местах степлером, а потом повяжи ленточку. Ну а теперь в окошечки вставь конфеты. Ты молодец! Водяной, а у тебя, смотри-ка, какой большой подарок получился. Конфетки-то ведь совсем маленькие. Так, дед, я же ведь тоже немного волшебник. Смотри. Ух ты! Вот это изобретатель, экспериментатор ты, Водяной, я посмотрю. И ты, малыш, изобретай. Твори, придумывай что-нибудь новенькое, потому что свои подарки – это самое ценное. И, конечно, готовь их к необыкновенной елочке. До новогодних праздников осталось совсем чуть-чуть. Да-да, мы тоже можем стать с тобой маленькими волшебниками. Пока-пока, увидимся в следующей серии.